Всем привет, меня зовут Игоза, и сейчас мы идем на встречу. Как вы думаете, с кем? А? Давайте, поразмышляйте немножко в голове. Переберите. Ну? На встречу с Пашкой Чича. Мы идем на встречу к Чиче. Скажи с телефона, выключи свой аппарат, блядь. Адидас? Адидас. Выключай свой этот. А это от чего? Бренд, бренд, покажи бренд. Так, а ну-ка, почитаем. Так. Сэнч, сэнч. Так, ага. А это что? Ого, ничего себе. Спорт. И с сигаретой, как всегда, да? Ну. Что, сегодня будешь бухать? Я не пью. Как это не пьешь? Вот так. Ты что, ты на последнем видео всосал бутылку залпом? Да, это было. Как это не пьешь? Зачем ты врешь? И кто тебе сказал? Во, видели, да? Как Чича потушил сигарету. Видели, что я курю? А, ну покажи. Ого! Это сейчас модные сигареты? Royals. Это типа модные? Ну я такие курю, бегом такие. Ну да, тогда ты курил такие, блин, вообще прям убогие. Я курил тогда Эти типа Хортис, помоднее, Хортис, да? Хортис. Помоднее. Да. Смотрите, какие помоднее. Сейчас откроем, посмотрим. О, белый фильтр, смотрите. По-человечески. Вау, ампутация. Одно и то же говно. Курить вредно, давай. Чечен. Ну что, как дела? Нормально. Рассказывай давай. А что тебе рассказывать? Будем сейчас тебя расспрашивать, как у тебя дела. В общем, у Паши все хорошо, все замечательно у него. Он говорит, что он ездит по морям, отдыхает, короче, и не пьет. Что, блядь? Я пришел на встречу, чтобы посмотреть, как ты бухаешь, блядь. А он не пьет, прикиньте. Но это хорошо, пусть лучше не пьет, чем пьет. Смотрите, он преобразился просто. Представляете, помните его? Он был в шлепках розовых на носок и Хортицу курил. Хортицу. А сейчас, посмотрите, жених. Просто, посмотрите, спортивка, все. Жених и Royals курит. Вот до чего доводит. Не питье. Не питье. Вот. Поднялся пацан, к успеху идет. Так что не пейте лучше эту гадость. Вот. И сейчас мы это дело отметим. Ну, то, что он не пьет. Все подумают сейчас, бухать идут. И мы сейчас с Пашкой Чича пойдем хавать чизбургеры и пить пепси-колу. Пойдемте вместе с нами.